Ангелина Сошникова, город Оренбург, школа-интернат номер 2, 3-й Б-класс. На конкурс «Бородино. Глазами юного поколения». Бородино. Отрывок. Лермонтов. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул застроен строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Да, жаль его, сражен Булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой. Как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы, бородинский бой. Ну уж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш идут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Хе, изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный бой. Вот смерклось, были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны, тра-та-та-та-та-та-та, и отступили.